не устанем с вами в каждом обзоре стараться. Друзья, привет! Мы в Нижнем Новгороде, повторяю, это как попугайчик. Даже по моему луку видно, когда, в какой день, какие темы снимать. А вы попросили снять миски, но мы не можем вам отказать. Ну и плюс с освещением здесь поменьше стало проблем, поэтому мы сейчас будем рассказывать про все миски и емкости. Ну и кшет, скраберы светосильные, нечаянно оказалось. Довольный, как трактор стоит. Так, значит, работаем в следующем формате. Миски здесь у нас все в перемешке. Плюс придется немножко Дим поперемещаться, потому что часть мисок раскидана по отделам. Ну что ж ты. Давай со стеклянных начнем, чтобы про них не забыть. Значит, смотрите, стеклянная линейка представлена двумя представителями Бланда, тремя даже, короче, больше представителей, чем один. Давай так, Вардаген. Раз, два, три, четыре. А, кстати, смотри, вот этот оттенок другой стекла. Да, но я как ребенок лампового завода могу сказать, что это зависит от самой смеси. Вот это зеленоватый, а это даже, я могу сказать, разный производитель. Давай так посмотрим. Окей, давай. Давай. Польша. Вот, беленькую возьми. Китай. Ага. Вода и смесь сама, соответственно. Ну что, поехали. Миска Вардаген 12 сантиметров, 49 рублей. Очень удобная маленькая пиалочка под все, что угодно. Красиво, стильно смотрится. Хороший смысл. Дальше, 15 сантиметров, 69 рублей. Так, ну, как уже сказала, это в Китае, это Польша. 20 сантиметров, 129 рублей. И огромное ведро, 329 рублей, 26 сантиметров. Она уже с носиком, да, наверное, для наливания. А, иначе тебе сразу все выльется. Допустим, густое тесто или что-то. Ну да, возможно, если для этих целей. Дим повара включает сразу. Так, дальше, линейка Бланда. Мы пока по раскиданным мискам. Стеклянная, 20 сантиметров. Есть еще маленькая. Маленькую сейчас мы дойдем, покажем. Я полагаю, тоже китайцы, да? Да, Китай. Дизайн Анне Нисон. 12 сантиметров. Дай Варданин. Китайцы. Нет, это не Китай. 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 О, Димка не угадал, Димка не угадал. Ну, они всю жизнь же угадали. Они разные формы, разной плотности отсюда. А хотя нет, они одинакового примерно цвета. А вот если сравнивать, у Вардагена очень хороший упор по краю, и он не бьется. Ну не то, что не бьется, но не такой хрупкий, как у Бланда. Ну плюс она более устойчивая, Вардаген, я чувствую, чем да. Бланда. Как? Только потестируйте, ну, пожалуйста, вот по устойчивости. Результат налицо. За счет поверхности. Меньше, больше. Убираем. Это случай, если вы нечаянно задели, ну, и да, вероятность то, что виду. Это улетит. Так, Бланда, есть еще металлические миски, но с ними пока туговато по наличию. В общем, большие миски Бланда, это аж 28 сантиметров, берут под салаты, берут под какое-то тесто, в общем, когда много нужно приготовить. Есть еще 20 сантиметров и есть еще 12 сантиметров. Если найдем в магазине, покажем, если нет, не обессудьте. И взбивать очень удобно в этой штуке. Может, обратно в повара пойдешь? Нет, никогда. Там плохо платят. Ну да, на самом деле поварам мало чего платят. Сервировочная миска Триук 28 сантиметров, 179 рублей. Но это фаворит салатов Цезарь. Фаворит гостиниц, которые работают по принципу питания шведский стол. То есть где-то их не используют. 179 рублей, но хрупкая зараза. Вот. Края все-таки, я в плане перевозки, вот я просто вспоминаю, когда по первости мы там без опыта возили, побили их немало. Офтаст, сервировочная миска, 99 рублей, любимая суповая тарелка, мужчин. Да, хороший размерчик. Да, то есть налил половинку и ложкой по черепу можно. Ну а что мазаться вот этими тютюльками-то, а? Может, так налил, так офтаст налил. У нас производится весь во Франции, по крайней мере, раньше производился, потом перенесли в Китай. Да, во Франции. Трюк, ну, судя по всему, Китай по цвету стекла. Китай. А Бланда металлическая, кстати, смотрите. Ну, тоже Китай. Вот раньше Бланда каждый была в пакетик упакована. Сейчас не всегда. Это к чему, что внутри они тоже царапаться не могут. Вьетнам. Вьетнам, господи, от нас витамины, БАДы, чай утаскивают. А они нам тарелки. Они нам, да, тарелки привозят. Так, кто просил, страдал, друзья. Бамбуковая. Миска, линейка Бланда мат, но почему-то нет маленькой. Раньше еще была малышевская. Значит, бамбук. Произведено сие счастье в Китае.
28 сантиметров стоит 1500, и 20 сантиметров стоит 800 рублей. А, кстати, вот маленькая мисочка Бланда за 200 рублей. Вот они. Они одного диаметра, но разные по высоте. 800 рублей, 200 рублей. Миска Antique, светло-зеленый. Это одна из новинок, о чем мы говорили уже, что у IKEA много сейчас таких оттенков стало зеленоватых, красивых. Единственное, учитывайте, пожалуйста, что вот эти вот края полупротертые, это норма. Каменная керамика, цветная глазурь. Каменная керамика будет все-таки хрупкая. Дороговато за каменную керамику, честно. Таиланд. Так, новая мисочка бамбуковая, очень красивая. Мы ее показывали в обзоре с новинками. Она как вот такая цельнолитая. Китай. Стоит на 1700. Грён Сакер. 28 сантиметров бамбук. Так, ну здесь уже блюдо в перемешку все пошло. Вот эти выбирать. Сервировочная миска из бамбука, рундлик, 30 сантиметров. Здесь бамбук, здесь облито белым. Сейчас я ее саму найду. Самую низу? Нет? Угу. Каждый в индивидуальном пакетике, это радует, то есть она не поцарапается при транспортировке и при нахождении в магазине. Сделана во Вьетнаме. Ай, не бойся, маленький, возвращай. На родину. А сервировочная миска шин. 31 сантиметр, 2300. Но шин, если я не ошибаюсь, делается в Италии. Нет, в Таиланде сейчас стали делать. То есть это красивые сервировочные миски с неровным краем. То есть IKEA ее относится к такой же полупрофессиональной дизайнерской посуде. У шин есть еще брат-собрат Малышкин. 16 сантиметров, 800 рублей. Продается вот так в красивой коробочке. То есть ценителю можно презентовать. Не стыдно отдать даже. Да. Так, миски стримик, мы их показывали во всей посуде, но чтобы у вас понимание было, что вот помимо таких мисок есть еще и из каменной керамики, из полиошпатного фарфора. Стримик сейчас у нас идет в четырех цветах: серая, голубая, розовая и темно-синяя. Цена по 199 рублей, независимо от цвета. И у стримига есть особенность, это вот такой протертый край и чуть-чуть протертые грани. Это вот именно нюанс данной мисочки. Смотрится посуда очень красиво. Сейчас полноценные линейки представлены. Это мы показывали в новинках, вы уже видели. Поэтому можно совершенно спокойно собрать прям целый столовый прибор. Так, дальше мисочка есть в линейке Уплага. 229 рублей, белая. Уплага у нас уже идет полиошпатный фарфор. Изготовлена сие радость. В принципе, вся Уплага в одном месте. В Румынии. Ну и, соответственно, Уплагу всю вы можете посмотреть у нас в обзоре по всей посуде, если хотите все элементы посмотреть. Либо просто, если она вам нравится, она красивая, воздушная, легкая, изящная в какой-то степени, можно просто собрать сервиз. Так, дальше по мискам. Миски есть и в Ардагене, в белом и в сером, темно-серые и белые. Но белый такой с оттенком. Вот темно-серые по 99 рублей всего, диаметр 15 сантиметров. Сделаны они в Таиланде. У Вардагена тоже был, и в белом цвете были миски большие, но пока, к сожалению, нет в наличии. 449 рублей, 24 сантиметра, белый с оттенком, с пылькой. Таиланд. Каменная керамика. А дальше в мискам от нас относится и Селескаплик. Это новая серия с гранями под бабушкин такой хрусталь. Во Франции произведено. Угу. Диаметр 15 сантиметров. У кого-то сейчас возникает логичный вопрос. Просина, вы о чем? Вы же снимали все тарелки. Друзья, не всем нужна вся посуда. Все тарелки, все там плошки. Поступает просто очень много запросов, да, Дмитрий Юрьевич? Отдельно миски. Вот человек зашел в миски, посмотрел, говорит, хочу. Хочу, да, поэтому мы, как бы исходя из ваших хочу. Десертная миска Дистрикт, 39 рублей, самая бюджетная миска. Практически во всех кафешках используют под мороженое, под подачу салатов.
Вот. И у самой Икеи, кстати, сделано в России, у самой Икеи некоторые порционные салатики в этих мисках. Я боюсь, у нас будет очень маленький обзор. Нормально, 20 минут достаточно будет. Так, теперь Динейра. Динейра у нас тоже в разных цветах. Сейчас, благо, она вся есть в наличии. Это беж, это розовый, это темно-серый. И это такой классический серый. Динейра – это каменная керамика. Очень долго держит тепло. Делают Динейру сейчас в Китае. И вот они все четыре цвета представлены. Вот такая красота. Не обязательно, кстати, делать им посуду дома в одном цвете. Можно взять одну линейку, но разных цветов. Мама, папа, я. Мама, папа, я, да. И собака. А дальше миски. В линейке IKEA 365. Мы сейчас их посмотрим. Много мисок представлено. Динейру мы показали. А дальше в новой серии, вот в этой очень красивой, которые тебе понравились. А мне еще синенькие понравились, мисочки маленькие. Надо... На обратно вернуться будет, наверное. Цапнуть, да? Да. Стиленлик. Это новинка, это ограниченка, имейте в виду. С листочками 300 рублей за две штучки. Продается парами в коробочке. Вообще очень красивая серия. Вчера мы это показывали в новинках. Ну, слушай, тоже к мискам ведь относится, да? Ты будешь человек только отдельно в новинки заходить за это? Тинг Длёс. 699 рублей. Поднос с тремя мисочками. Поднос, как я уже говорила, можно использовать под свечи потом. И, кстати, у подноса обратная сторона гладкая. Можно даже как сервировочную доску. Вообще универсальная штучка. Нет, там просто гравировка IKEA, не знаю, как тебе это будет. Нет, если под какую-то подачу в плане, допустим, там сверху сделать пергамент, там какие-нибудь кусочки сыра, завернула, да, не развернешь. Так, вот они. Крустат 14 сантиметров светло-серый, 229 рублей. Вообще Крустат линейка, сразу скажу, не бюджетная. Сделано все это дело в Румынии. И у них вот такой рисунок наподобие многоножек одуванчиков. Вам видно рисунок многоножек одуванчиков? Многоножный одуван. Угу. Дальше миски у нас есть в линейке Формидабель. Формидабель светло-зеленая стоит 249 рублей. Вот она, красоточка. С неровными гранями. Тут вообще шестиугольник. И Формидабель есть еще в бирюзе. Внутри квадрат, снаружи вот такая округлая мисочка. У Формидабеля тоже потертости присутствует. Браком это не является. Поэтому ни сотрудникам IKEA, ни посредникам своим мозг по этому поводу не выносим. Сделано в Румынии. Дальше перемещаемся плавно в линейку IKEA 365. Кстати, вот тарелка глубокая шин вот такого плана вполне может сойти за сервировочную миску. Стоит она 1800 за две штуки. Так, дальше миски IKEA 365. IKEA 365 это у нас фарфор поливаршпатный. Очень хороший по износостойкости. Вот даже такие мисочки есть, набор двух штучек под яичком вообще-то. Вы можете использовать куда хотите. 129 рублей. Миска-подставка для яйца 2 штуки, 5 сантиметров. Дальше. Вот такая мисочка, 119 рублей, 13 сантиметров, с округлыми краями. IKEA 365 представлена разнообразной линейкой. Можно вот полностью всю посуду собрать домой. Дальше. IKEA 365. Продолжаем. Набор из двух мисочек есть по 149 рублей за две штучки, 9 сантиметров. Это все с округлыми стенками. Почему выделяю прям отдельно округлые стенки? Потому что есть еще и с прямыми стенками. С прямыми стенками она тоже на ножке, но смотрится более широко при том же объеме. Значит, миска на 28 сантиметров, 399 рублей. Практически уж большая тарелка такая. Миска 22 сантиметра, 250 рублей. Можно мыть в посудомойке, использовать в СВЧ. Но многие жалуются, что покрытие со временем трескается, поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. 149 рублей стоит миска 17 сантиметров из точно такого поливошпатного фарфора. Кстати, сделано опять это в Румынии. Поэтому, в принципе, весь поливошпатный фарфор IKEA производит, похоже, в Румынии на соответственно, на заказ. Дальше мы переходим к более бюджетному из каменной керамики. Это мисочки Flitic Head. Потихоньку... В кулуарах ходят разговоры, что наш любимый
красивый линейка Фергрик покинет, и вместо нее будет фитикет, но когда, никто не знает. Белая мисочка 14 сантиметров, то есть классическая форма, такого холодного белого оттенка, без сиренки. Фергрик. Дальше линейка Фергрик, тоже каменная керамика, сделана в Китае. Диаметр 15 сантиметров. Нет, высота 7, диаметр 16. Темно-синяя. Слушай, а наличие сейчас получается никаких больше и нет, да? Да, только темно-синяя, поэтому они не представлены. Нету ни, ни салатов, о чем я уже и говорила, что потихоньку будет выводить и менять. Красивый оттенок, не спорю, но очень хрупкие. Скол на них постоянно, поэтому думайте сами. Лучше переплатить, взять, например, IKEA 365. Но опять же, если это как временка, куда-то ненадолго, то есть нет смысла переплачивать. А, так, у нас осталось буквально всего несколько позиций. Это Бесегра, миски, которые продаются по 4 штуки, они из закаленного стекла, делают их во Франции, диаметр 16 сантиметров, набор 4 штук стоит по 349 рублей, то есть это меньше даже 100 рублей, 70, ну да, меньше 100 рублей, 70, 140, 280, 82-83 рубля за миску. Поэтому вполне, вот я бы, наверное, даже взяла лучше их, чем мистер Фергрик. У Бесерги внешняя часть матовая, внутренняя глянцевая. Так, дальше стеклянные миски закаленные. Иногда в Китае, иногда во Франции. Иногда во Франции, как определить, мы уже показывали в обзоре с тарелками. Французы ровные, китайцы кривые. Вот она, простая белая мисочка. То есть все то же самое, что у Бесегра, только форма другая немного. И ценник. Миска стоит всего 49 рублей. Дешевле некуда. И последующие у нас остались. Это опены. У опенов пропали тарелки, пропали миски. Остались только такие большие глубокие тарелки, но их очень часто берут как миски. 39 рублей. Делается опен в России. Я надеюсь, моя память меня не подвела. И на ней ужасно остаются пятна. И от посуды мойки, и от рук. А, друзья, в принципе, по мискам все. Да, это, кстати, важно, чтобы вы не потеряли нас, а мы вас. И ваша большая благодарность для нас — это делиться видео с другими. Ну все, мы прощаемся и гоним дальше. Пока.